Всем привет, всем шалом. Так, в общем, короче, обделала свеклу, морковку эту, она, правда, супер мелкая. Так, растопила печку, помыла посуду, что еще-то? Накормила всех кошек, какие существуют, как говорится. Вот. Наварила картошку на печи. Делаю толченую. Моченую. Правда, у меня нету молока. Я просто, короче, потолкую все. Вот. Просто как слила воду с картофеля, короче. Ну, нет у меня молока и масла сейчас. Вот. Поэтому свеклу все перемыла. Взяла, отделила все части, которые мне необходимы. Поставила казан на печку. Ну, это я сейчас дотолку потом тогда. В общем, да, это. Плавненько, чтобы было. Без дерганий. Сегодня на улице такой холод, серость, руки отмерзают. Вот. Реально, прям вот. Ну, прям вот холодно, действительно, прям, наверное. Эмиль говорит, ничего страшного, в октябре такая погода, это нормально. Да, нормально. Он сказал, для октября это как... А я не знаю, мне мама говорит, иногда в октябре даже солнышко. Ну, это когда как? Это было. Редко бывает. Вот. В октябре уже нормально такая погода. Нормально, да? Да. А не холодновато? Нет. Прям ручки отмерзают все. Это, ну я дотолку сейчас тогда потом. Mm-hmm. В общем, я сейчас покажу свекольник. Mm-hmm. Вот так вот. Mm-hmm. Это свекольник. Просто обычный, короче, свекольник. Покидал туда морковку. В общем, положила окорочок. Вот эту, как ее заправку, которую я готовила. Целую банку у меня. Ну, я показывала. Сейчас я покажу еще раз. Тут уже, правда, полбанки осталось. Как ее зарядка кончилась, короче. Догадали. Поближе немножечко, прям еще ближе. Сфокусируем. Вот такой вот свекольничек. Угу. Еще даже немножко. Не надо ближе. Ну, вкусный, вкусный. Окорочок, свекол на терке, морковка, заправка, сальцы, чайная ложечка. Вот. Вот и все. На печи натопи, угу. Натомила. Все нормально сейчас. Не надо. Ну а что, нельзя нажать? Нормально. Сейчас давай. Фокусировано, не понимай. То же самое, ничего не поменялось. Вот, в общем, красиво. Угу. Вот такой секундочек. Чего себе? Пироженьки. А? Пироженьки. Просто поснимай. Нет, нет. Я вся задубела там, короче.
Я вот в сапожках в этих сними, сынок. Там на улице уже такой дубак, что просто страсть. Короче, вот корзиночки. Пирож... Ну, я снял уже. Ну, пироженьки. Угу. Так, чё? Это, перец 50 рублей, я тут 1,5 килограмма почти купила. Угу. На 70 рублей, короче. Угу. На 100 рублей всего фаршка, это очень мало, я знаю. Ну, а что теперь? Ну, тут на 3 перца хватит, да. Натурально. Ну, не на 3, может, там побольше. Не знаю, сколько, что. Вот. Я за лекарствами просто ездила, это уже заодно сняла. Тортик сказка. А что, 170 рублей всего. Торт 170 рублей, да. А пирожный, короче, это 68 рублей, две штуки. 68 рублей эти. За две штуки по 68 рублей они стоят. А это 170 рублей тортик. Перец 50 рублей килограмм. 1,5 килограмма этот фарш на 100 рублей. И маме я за лекарство. 1,5 кило фарша. Купил лекарство. Может, 0,5 кило? А? 1,5 килограмма мне кто-то... Ой, 1,5 килограмма перца. Да. Вот. Вот так, в городе все так красиво. Я вечером уже 1000 лет не была в городе. Все сверкает, так прикольно, едешь, так на все смотришь. Красиво. Но холодно. Полчаса я стояла, ждала автобус, я уже у людей спрашиваю, автобус хоть будет? Они говорят, да должен быть. Говорят, некоторые уже на такси уехали, не выдержали. Мы, говорят, обычно в это время с работы едем, вроде все нормально, говорят, они до 8 ходят. Ну, все стояли, ждали, там одна девушка только что-то, она, может, торопилась, она на такси села, поехала. Вот, потом гляжу, все-таки наконец пришел. Или мне так показалось, что я полчаса ждала. Я не знаю, короче, я уже хожу вот так вот. Ладно, ну, все. Давай.